Накануне в детском оздоровительном центре «Сосновый Бор» состоялось торжественное открытие первого республиканского слета «Зеленые пионеры Якутии», проводимого под эгидой «Года экологии» и «Года особо охраняемых природных территорий в России». Стоит отметить, что слет стартовал еще 31 марта. За это время ребята успели познакомиться не только друг с другом, но и с животными и растениями зоопарка Ортодойду. Также послушали лекцию о краснокнижных птицах, животных и растениях Якутии. Сегодня во время торжественного открытия юные защитники природы официально были посвящены в «Зеленые пионеры Якутии». Отныне им предстоит заниматься экологической пропагандой в своих школах и пополнять ряды «Зеленых пионеров». В рамках этого слета собрались более 70 ребятишек с 30 районов Республики Саха-Якутия. Это будущие биологи, экологи. И они в эти дни будут встречаться с профессиональными экологами, набираться опыта, презентовать свои проекты.